Integrity check или проверка людей и организации на добропорядочность стала важным инструментом в борьбе с коррупцией в мире. Напомню, публично бороться с мздоимством начали в США. Вскоре подобная практика распространилась и по всей Европе. Зарубежный опыт демонстрирует положительные результаты. В некоторых странах улучшилась система власти, а другие добились значительных успехов в индексе восприятия коррупции, рассказывает Дана Ермак. Первыми на международной арене США стали инициаторами активного противодействия коррупции внутри страны. В конце 60-х годов было решено использовать специальные методы для борьбы с этим явлением. Одной из таких операций стала «Шейх и пчела». Метод разработали специалисты ФБР. Агенты правоохранительного агентства внедрялись в коррупционные сети, выдавая себя за посредников арабских миллионеров. Они предлагали госслужащим и конгрессменам большие взятки за продвижение их коммерческих интересов. В результате операции только за один год разоблачили более 200 чиновников. Впоследствии их уволили. В наши дни Соединенные Штаты продолжают принимать меры по борьбе с коррупцией. Для этого Министерство торговли страны создало на своем сайте специальную горячую линию. Любая компания может сообщить о случаях использования взяток при заключении международных контрактов. Одним из ярких примеров эффективной борьбы с коррупцией стала операция «Чистые руки», которая проводилась в Италии в начале 90-х. Поводом для ее проведения стал резкий рост мафиозной преступности, которая во многом процветала благодаря коррупции в политических и бизнес-кругах. Операция была проведена с использованием современных методов расследования, включая прослушивание телефонов, допросы и сбор признания от обвиняемых. В результате операции в поле зрения правоохранителей оказались сотни чиновников и бизнесменов. Более 500 политиков были приговорены к тюремным срокам. Также в расследовании были вовлечены сотрудники крупных корпораций, таких как Fiat и Olivetti. Эта операция сыграла важную роль в изменении политической ситуации в Италии, приведя к созданию более прозрачной системы правления, где ни министр, ни президент не имеют абсолютной власти. В 2023 году в индексе восприятия коррупции Грузия заняла 49-е место среди 180 стран мира, что указывает на умеренный уровень восприятия коррупции. Последние несколько лет страна ведет активную борьбу с данным явлением, включая реформы в полиции, судебной системе и государственных учреждениях. С начала года в стране обсуждают тему введения вейтинг-контроля, которая подразумевает проверку на добросовестность членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, представителей судов и кандидатов. За данную инициативу выступают неправительственные организации страны. Они выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Однако власти Грузии категорически против новой меры. Они не раз заявляли, что судебная система в Грузии независима. К слову, вейтинг-контроль часто применяется при назначении на высокие должности в государственном аппарате, правоохранительных органах и крупных корпорациях. Процесс вейтинга может включать в себя сбор и анализ информации из открытых источников, интервью с коллегами и партнерами. Дана Ермак, 24 КИЗ.